Привет, друзья, играем в машинку против зомби. Вот у нас есть такой вот автомобильчик. Маленький автомобильчик. О, перевернулись, ё-моё. Так, давай, едем. Я не нажимал на газ, ё-моё. Давай еще раз проедем. Так, заходим в гараж. У нас есть $180. Давайте приобретем, конечно же, двигатель, улучшим наш. Вот, максимально мы прокачали движок. Так, и бензинчик сейчас максимально прокачаем. Все, хорошо, едем. Проверим сейчас, как будет. Далеко ехать или нет? Очень зомбаков немного. Пока. Но сейчас попробуем, посмотрим. Так, проехали. Куда, докуда проедем сейчас? О, ну, мы достаточно-таки много проехали, ребята. Давайте купим ускоритель. Если же... Ага, тут же есть, да, есть ускоритель. Ох, нифига. Мы ускоритель купили, но чтобы его прокачать, надо еще и бабок кучу заплатить. Ладно, сейчас попробуем заработать денежек немножко на нашей машинке. Так, зомбаков сейчас поубиваем и заработаем. Так, о, сколько зомбачков. Это хорошо. За каждого убитого зомбака нам дадут денег. Сколько? 67. Как раз нам на ускоритель, ребята. Как раз на ускоритель. А в смысле? Алло, я ж тебя купил. Все. Так, прокачивать. Давайте прокачаем. Ага, нормально прокачали. Мы все-таки ускоритель. Сейчас проверим. Так, едем. А ну как у нас ускоритель работает? О, да, работает, ребята. Хорошо работает. Так, только его мало, конечно, ускорителя, но все равно. Все равно неплохо. Хорошо. Так, все, кончился у нас бензинчик. Идем в гараж. Ну что ж, давайте поиграем в какую-нибудь другую игрушку. Ребятки, ну что, играем? С двумя сразу игроками. Так, а ну-ка смотрим. Два чувака. Это тоже, смотри, сидит на этом самом, на Титане, ё-моё. Тихо. Так, ты куда там помчался уже, дружище? Опа, опа, есть. Так, давай вот этого большого. Нам большого надо уничтожать. Так, кто это большую волну-то включил? Алло. Есть. Победа, ребятушки. Первая победа. Сержант. А почему сержант? У меня шкапрал был. Нет? Что у нас по деньгам? 600 монет. А давайте возьмем, приобретем сразу движок. Все, деньги кончились, поехали. Движочек мы купили. Давай, нубик. Я в тебя верю. Сколько у нас? У нас 12 стрел. О, 9 уже. 9 стрел осталось. Ладно. Так, а где она? А, у нас сейчас пока не показывается, сколько, ребята, мы денег заработали. Ладненько, ничего страшного. Да, нубика конкретно вообще колбасит. Давай. Колеса надо еще купить. Слушай, а почему я не купил сразу колеса? Надо какие-то большие колеса ему купить. Эти колеса уже маленькие ему. Хотя, смотрите, я улучшил, получается, ему двигатель. Он стал намного быстрее ехать. Но колеса еще пока не соответствуют уровню нашему нубика. О! Бензобак. Быстрее. Есть! Мы уровень проехали. Новый уровень. А в смысле? А где? Почему нам не дали бензобак? Почему нам не наполнили топливо? Ладно, давайте приобретем колеса. Все, погнали. А, вот мы уже снова это едем. Как его? В новой локации, ребята. Хорошо. Но уже какой-то плюс. И у нас стрел тут много. А проедем мы, интересно, или нет, до домика? Сколько у нас там бензина? А, бензина не хватает. Ё-моё. Может быть, и не проедем. Конечно, нашего нубаса толкается. Ай, все, заработали 355 монет. Всего лишь так мало? Да, не очень-то и много мы и заработали, ребятушки. Сан-Франциско, каменистый путь, ребята. Мы на тачке. Мы играем в ретро игрушку. Ну как ретро? Ну типа ретро. О, давай, ускоряемся. Так, у нас остался один ускоритель, ё-моё. Так, тихо, не мешай мне, Алёшки. Едем. Пока 11.
Так, забираем жетончики. Так, все-таки он этот зелененький мне мешает. О, бензик. Собираем вот эти все бензики. Потом мы можем будем улучшать машинку нашу. Вот эта тачка. Пляжи ждут. Ну что, едем. Едем на пляж, ребятушки. Да. А у нас за рулем что, девчонка или парень? Вроде бы девчонка, потому что парень руку держит правую. На машине лежит. Ну а здесь нужно двумя руками держать за руль. И нравится игрушка? Ставь лайк. Прикольненькая такая гоночка. Так, о, пропустили мы жетончики. Здесь, ребята, надо зарабатывать жетоны, чтобы тачки потом покупать новые. Ой-ой-ой, пятый еду. Так, у нас же ускоритель есть, давайте включим ускоритель. Ой, хорошо здесь. Прям турбо-ускоритель нам помогает. 208 км в час, нормально. Хорошо. 216 уже, фига себе. Так, что у нас здесь? О, давайте нам бензинчик соберем. Так, вот, вот эти я не собрал, ладно. Так, отлично, второе место заработали, ребята. В первый раз было третье, а сейчас второе. Уже идет у нас улучшение, у нас уже идет продвижение. Собрали мы собранные жетоны 17, топливо жетончиков. Новый рекорд, 105. Получается, мы можем тачку свою новенькую, ребятушки, открыть. 200 жетонов надо, у нас уже 130. А вот мы открыли и новую машинку, Нега называется. Офигеть, thank you very much. Возьмем вот эту нашу машинку, которая мы ее знаем. Так, тихо, здесь БКР не получится. А может получится. Ладно, мне главное пройти уровень надо. Не особо я хотел бы здесь трюки всякие делать. Давай, поднимаемся. Так, вот здесь вот. Вот здесь у нас сложности. На второй. А ну поднимемся, нет? Чуть-чуть у нас не хватает. Представляешь? Мощности. Видимо, надо прокачивать эту машинку, только не вот эту, а потому что ее уже максимально мы прокачать не можем, а вторую. Вторую машинку. Выбираем с первого уровня вот эту вот машинку. Мы ее можем прокачать. Все, поехали. Пока мы, ребята, ее не прокачаем, мы не пройдем уровень, это во-первых. А во-вторых, мы не получим новый автомобильчик. А нам нужен еще одну машинку открыть. Вообще, по-хорошему, нужно все открыть. Я хотел бы, конечно, открыть все, ребят. Но мы их обязательно все машинки с вами, ребята, откроем. Так, вот бензинчик. Отлично. Так, тихо. Едем. Нормально все. Так, здесь у нас баланс. Балансируем. Едем вниз. И скоро, ребятушки, у нас будет финишка. Так, вот здесь главное проехать аккуратненько. Так, где у нас финиш? Так, еще пока финиша нет. Вот, ребята, мы почти что к финишу подъехали. Так, ну, нас этот обгоняет зелененький, да, я смотрю? Ё-моё. Ну, сколько, 450 у нас? Мы-то заработали 450 или это всего 450? Блин, первым бы приехать. Не смог я приехать первым. Денег мне не дадут за это. Много. Так, ну мы можем хватку смотреть. Ну, я хочу скорость прокачивать. Потому что у нас со скоростью проблема. Все, хватку мы с вами, ребята, обязательно прокачаем. Так, мне главное вот это обогнать зелененького. Зелененькую машинку обогнать надо. Так. Давайте, ребята, поиграем в Brawl Stars. Я беру этого самого Брока. Это Брок же, да? Брок. Играем парное столкновение. Парное столкновение. С кем я буду? С Шелли? Серьезно? Точно Шелли. Привет, Шелли. Я очень рад, что мы с тобой будем играть. Так, ты туда побежала? Ладно, я здесь пока побуду. Но он у меня, Брок, не сильно раскрученный, поэтому... Блин, жалко. Мне надо идти до своей Шелли. Команду нельзя терять. Так, вот она, Шеллечка моя. Так, давай.
О, видишь, что творится, Шелли, давай, вот этого убьем. Так, а ну-ка, ё-моё. Так, Шелли убили мою? Ах вы гады! Смотри, на меня напали прям куча, да, чуваков. Минус 3 кубка мы. Это плохо, это не очень хорошо. Давайте играем снова. Аня, знаешь что, я поменяю, слушай, героя. Вместо Брока я возьму, ребятушки, Орла. Где мне Орел? Вот он, Орел. Поехали, Орел. Сыграем с тобой в парное столкновение с кем-нибудь. Я надеюсь, у меня будет хороший напарник. Кто у меня там напарник? Блин, Брок. Я только что Броком только что играл. Ты куда там стреляешь, Брок? Ты что, с ума сошел? А, вон я вижу коробочку. Давай, забирай. Давай, куда дальше пойдем? Что будем делать? О-о-о, смотри, там тетечка эта. Давай тетечку щелкнем. На, тетечка тебе. Тетечку уничтожили. Так, что у нас тут? Забираем эти штуки. Так, куда идем дальше? Куда идем мы с питочком? Большой-большой секрет. О, чувак, тихо. Ну, я бомбочки расставил свои, поэтому... Хоть как-то что-то. Они на бомбочках позрываются немножечко, на моих. Так, держись, Брок. Молодец, держись. 10 банок взял. Хорошо, сейчас скоро я восстановлюсь. Все, я восстановился. Так, у нас у моего друга 10 банок. Так, столкновение, да ну нафиг. Давайте сейчас. Тихо. На, позрывайся, гад. Все, он взорвался. Ну, что, Брок? Мы выиграли. Наша команда, ребятушки, выиграли. Это очень даже хорошо. О, звездный жетон мне дали. Спасибо.